Вітаю, друзі! Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, губернатор Одеської області і ще один кум Петра Олексійовича Порошенка звернувся до кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Він побажав йому успіхів та розказав, як боротися із корупцією в Україні, а також злочинністю. У своєму виступі Михайло Саакашвілі повідомив, що час Петра Порошенко закінчився. Отже, треба збирати валізи Петру Олексійовичу. Дивимося відео. Уважаемый Владимир Александрович, в разгар избирательной кампании у вас очень много важных дел. Вы провели эту кампанию просто блестяще, но против вас используются всякие грязные трюки, у вас впереди сложные дебаты, и поэтому, конечно, вам есть к чему готовиться, но, несмотря на все ухищрения, несмотря на все их трюки, я уверен, что время Петра Порошенко прошло, и вы будущий президент Украины. Поскольку мне далеко не безразлична судьба Украины, которую я считаю не менее родной, чем свою родную Грузию, за которую болеют точно так же, как за Грузию, я позволю себе дать маленький совет на действие сразу после инаугурации президента. Вы сами сказали, Владимир Александрович, что Грузии нам удалось побороть коррупцию и повернуть вектор развития нашей страны. Мы это сделали, приложив очень сильные, большие усилия, и в первую очередь полностью поменял правоохранительную систему. Погнал большинство старых прокуроров, практически всех старых милиционеров и атакуя прямо институт воров в законе. Воры в законе были убраны со всех командных высот экономики, с государственного аппарата, на который они имели влияние, и они были посажены в тюрьму. И это было началом наших реформ. Только после этого нам удалось поднять экономику, 12 раз увеличить бюджет, на 400% увеличить валовый продукт национальной Грузии, поднять благосостояние народа, дать людям веру в их будущее, свои собственные силы и развивать страну. Украины тоже был первый такой исторический шанс сразу после первого Майдана, когда помощь народа, большой коалиции, Виктор Ющенко победил на выборах, и на него возлагались огромные надежды. Но тогда мой друг Ющенко допустил фатальную ошибку. Он разрешил Януковичу со своей бандой остаться в политике. Он не убрал Ахметова и его влияние. И очень скоро Янукович сначала набрал большинство в парламенте, получил пост премьер-министра, а потом и стал президентом и повернул развитие страны вспять. Я, кстати, допустил такую же ошибку, как на каком-то этапе в Грузии, когда позволил олигарху Иванишвили, пророссийскому миллиардеру, стать легитимным игроком грузинской политики, и он тоже остановил развитие моей страны. Люди, которым вы нанесете поражение на этих выборах, это мафия. Это мафия, которая пустила щупальца во все сферы жизни в Украине. И там они вам не дадут спуску, у вас нет времени. Вам надо действовать быстро, потому что они тоже будут действовать против вас. Порошенко уже распространяет слухи, что независимо от исхода выборов, в течение нескольких месяцев они вернутся обратно, у них будет большинство в парламенте, у них будет свое правительство, и потом они уберут и вас. Вам надо срочно менять генерального прокурора, и там не может быть компромиссов. Вам надо назначить цербера демократии, который будет пользоваться доверием народа и который срочно возьмется за уголовные дела. И против многих из этих деятелей и так уже есть уголовные дела у НАБУ и в других органах. Просто их надо систематизировать и сейчас пустить в ход. И не таких прокуроров, которые вы видели на дебатах, на плюсах, когда Порошенко на него накричал, и он сразу заткнулся, этот проворовавшийся кулик. Нет,
новых людей, свежих людей, людей, которые будут верны закону народа Украины и которые будут следовать вашим обещаниям. Без преодоления, сопротивления этой старой системы, без того, чтобы убрать Порошенко и его клан из украинской политики, без того, чтобы нейтрализовать влияние проворовавшихся обсоветов, корсоветов, ворсоветов всех уровней, местных царьков, вам не удастся сдвинуть страну с мертвой точки и направить ее в правильное русло. Но народ готов. Народ Украины готов распрощаться с коррупцией и старой системой. И это он показал на выборах. Он ждет от вас увидеть вас как сильного, волевого политика, защитника простых украинцев. Ни марионетку кого-то, как обвиняли, ни человека без опыта и без знаний. Я уверен, что у вас получится. И главным вашим гарантом, главным заделом преодоления сопротивления системы есть поддержка народа и доверие народа. Если так не получится, то люди разочаруются еще быстрее, чем разочаровались в Ющенко. И мне бы этого очень-очень не хотелось. Порошенко и его мафиозный клан не должны ни в какой форме остаться в украинской политике. Помните это для того, чтобы избежать фатальных ошибок ваших предшественников. С пожеланием удачи и с уважением. Михаил Саакашвили. Подписывайтесь на канал Politika.ua, ставьте лайки, тисніть на дзвіночок, знайте більше, нічого не пропускайте.